Вот это что такое круглое? Где мне это круглое искать? Что это из себя представляет? Что такое? Это не пила, это... А, это арбуз! Ни хрена себе, это арбуз! Да, куда маску-то запихали-то теперь, ну? Маску дайте мне. Маску мне быстро. Быстро мне маску отдал. Где она? О, боже. Вот он, радио здесь. Спички, утюг, 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 чайник. Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы с вами давненько не было у нас рубрики «Игры из социальных сетей», и, как вы помните, наверное, нет, мы с вами начинали проходить квест в жанре «Поиск предметов», а именно игру «Цена свободы», короче, называется она, там что-то «Тайна кукловода», как-то так. Вот, в ВК, так что мне могут там сообщения всякие приходить, там щелчки, всякая херня такая, так что не обращайте внимания. Вот, итак, я уже ничего не помню, если честно. Мы там что-то крыс, по-моему, ловили, что-то еще делали, я вот не помню. Тут какие-то картины вот у нас. Короче, посмотрим. Тут куча каких-то бонусов мне пришло, то, что из-за того, что я не был, короче, давно, мне, типа, за посещение какие-то бонусы пришли. Сейчас мы посмотрим тут все. Так, окей. Погоди. Вот эту штуку, короче, взяли. У нас тут денег, жетонов 5493, я не знаю, на них можно купить. Что на них можно купить? Различные предметы в торговом автомате. Получайте жетоны, проходя комнаты и выполняя задания. Окей. И один золотой жетон. На них можно купить редкие предметы, еду и аптечки в торговом автомате. Понятно. Вот я так полагаю, это торговый автомат. Мы туда пока не заходим. Так, еще. О, хорошо. Еще монетки. Так, какой-то забрать все. У меня тут какие-то подтверждения стоимости активации сбора всех подарков. Нажмите одной кнопкой золотые жетоны. Активировать на 7 дней. Так, не понял. Стоимость сбора всех подарков. Не надо. Не надо. Да? Да, не надо. Так, что это? Обычный декор, сложный механизм, контейнер. Ага. Подарки друзьям, ага. Так, это что, обычный декор, ваза, украшения в комнату, ага. Шкатулка. Дженни Уоллес прислала вам шкатулку с подарком. Ага. Отблагодарили мы Уоллес, короче. Так, коллекции тут у нас, наборы статуэток разные. У нас, по-моему, собраны какие-то статуэтки были. Что-то у нас было собрано. По-моему, мы вроде что-то собирали, короче, собрали тогда. Хотя не факт. Вроде как ничего нет. Окей. Ладно. Окей. Разберемся. Я ни черта не помню, если честно. Так, зодиак. Что-то тут, короче. Окей. Ладно. По ходу игры будем разбираться. Перейти к коллекции. Так, это что у нас? Инвентарь. У нас в инвентаре тут лечебная пилюля 11 штук есть. Печеньки 16 штук. Яблоки. Салат. Лечебный бальзам. Моя аптечка. Окей. А, ну тут вот всякие штуки. Ладно, окей. По ходу игры будем разбираться. Так, внезапная спешка, новое задание у нас. Здесь что у нас? 4. Давайте посмотрим, что у нас в дневнике, короче. Внезапная спешка. Первый ключ активно. Активно, неприятное ощущение. Так, это сюжетные, да, задания? Да, сюжетные задания. Доска объявления у нас тут тоже. Окей. Что-то можно посмотреть, нет? Окей, внезапная спешка 8 дней на задание дается. Пройдите в гостиную, подсказка. Давай посмотрим. Что это?
Валерий, куда вы так торопишься? Что-то случилось? Джим Файрвуд нам это говорит. Окей, задача гостиная. Подсказки, пройдите в гостиную. Награда 5 линз и очки свободы. Окей, давай перейдем, попробуем, посмотрим. Интересно вообще, можно ли ее вообще до конца пройти, до финала, эту игру. Так, кукловод. Этой ночью звезды осветят твои поиски свободы. Поднимись в обсерваторию и начни собирать созвездия. Окей. Крысы бегают, но хотя мы их, короче, уже ловили. Блин, почему у меня 4 штуки горит? В смысле? Или это мне горит 4 штуки активного задания, то что? Это мы все смотрели, это... Вот, да, последнее мы вот с крысы вышло не странно. Странно, не странно. Ёпта. Ключи у нас. Первый ключ. Три. А, ну понятно. Понятно, это я говорю, это задание у нас. Окей. Так. Обсерватория. Погоди, я же выбрал вот это. Перейти. Вот сюда. А можно как-то отключить, короче, активные, неактивные задания? Окей, ладно. 8 дней перейти. Вот сюда нам, в гостиную надо. Превосходство удерживает. Ха-ха, Тёмыч, ё-моё, ты превосходство здесь удерживаешь. Да ладно, окей, хорошо. Режим слова. Итак, гостиная. Традиционное место встречи обитателей особняка. Здесь игроки отдыхают, сидя у камина, узнают последние новости, травят байки и рассказывают о своих достижениях, пока очередной новичок случайно не захлопнет дверь и не решит внезапно пройти испытание. Так, слова. Здесь можно найти там что-то. Окей. Статуэтка птицы, пустая ваза, ноты, туфелька надо найти, короче. Статуэтка птицы, туфелька, пустая ваза и ноты. Окей, окей. Так, я ни черта пока не вижу. У меня что-то глаза разбегаются. Я ни хрена не вижу. Так, туфельки, туфельки всякие. Блин, так мелко. Вот туфельку я нашел. Окей. Хорошо, сыр. Так, сыр я нашел. Окей, перчатки есть. Так, ноты, вишневый сок готово. Зонт есть. Такое дело. Кошелек, кошелек где-то здесь я видел. Вот так хорошо. Радио есть. Окей. Апельсин, апельсин, апельсин. Апельсин туточки. Стопка книг. Стопка книг, окей. Ноты, наверное, вот это ноты. Ага. Пустая ваза. Пустая ваза. Пустая ваза, пустая ваза. Здесь у нас не пустая ваза. Вот она, пустая ваза. И статуэтка птицы. Так, статуэтка птицы по-любому где-то, не знаю, на каком-нибудь. Вот, наверное. Отлично. Окей. Ух ты, я на третьем месте, прикинь. Тёмыч. Тёмыч, ай-яй-яй. Тёмыч, ай-яй-яй. Так, окей. Кто не знает, это Тёмыч, это наш пип-бой. Так, завершить. Готово. Окей. Новое. Так, новое. Праздничное задание. Какие-то праздничные задания. Какой-то праздник у них, что ли, или что? Взгляд на звезды. Окей. Дженни Уоллес. Обсерватория открылась. Пойдем скорее заглянем туда. Пройдите обсерваторию. Линзы для входа в обсерваторию вы можете попросить у ваших друзей. Да ну. Так, обсерватория. Говорят, настоящая свобода в бесконечности космоса. В обсерватории вы можете убедиться в этом. Странные плакаты, новейшие телескопы, рабочая модель Солнечной системы. Все это ждет вас. Только одну неделю в месяц можно открыть эту дверь. Не упустите ваш шанс. Один раз.
Один раз в неделю? Женюсь. Ух ты, какая красота! Женя заглядывает в телескоп. Вы подходите к ней, чтобы тоже посмотреть. Под ногой что-то скрипит, вы поспешно отскакиваете в сторону, но ловушки нет. Только одна из досок пола словно ушла глубже. Хм. Интересно. Так, шар, трость. Космонавт, шляпа. Шар, здесь много шаров. Но шар, я, наверное, предполагаю вот это. Трость, космонавт, шляпа, шляпа есть. Фотоаппарат, космонавт. Это скафандр, это не космонавт. Космонавт, робот. Так, космонавт, это вот это? Да, космонавт, окей. Фотоаппарат, ракета. Ракету я где-то видел. Нет, это не ракета. Где же я видел ракету? Или мне показалось? Наверное, скорее всего, показалось. Робот, готово? Есть. Газета. Вот она. Ракета, вот она. Луноход и тюбик. Тюбик готово. Луноход. Луноход здесь. Он больше похож на какой-то марсоход, наверное. Так, открытка. Открытка. И фотоаппарат и трость. Фотоаппарат и трость. Смотрим. Смотрим. Так, фотоаппарат готов. Блин, оно так все сливается. Это жесть. Просто жесть. Это что, нет? Ага. Не работает. Открытка и трость. Где же наша открытка и трость? Бляха, а вот. Трость готова. И открытка. Открытка. О-о-о, что-то там произошло, короче, я что-то понажимал быстро так. Окей, открытка. Так, вот она. Хорошо. Хорошо, мы с вами нашли гидравлические весы, бронированный сейф, особый предмет. Мантия судьи. Окей. Так. Хочешь узнать больше о свободе? Пройди ночью комнату, отмеченную звездой на плане дома. Окей, хорошо, завершить. Взгляды на звезды. Итог. Поздравляю с началом охоты за недостижимым. С началом охоты за недостижимым. Так, за звездой. За звездой. Найти звезду, короче. Эти праздничные задания. Доска объявлений. Тоже сюжетное задание, да? Ну окей, ладно. Давайте еще раз. Еще посмотрим вот эти вот. Купить звезду. Как только испытание обсерватории будет пройдено, на плане дома зажгутся звезды. Последуй за ними, и можешь надеяться на вознаграждение. Поторопись за первой звездой. Она не будет гореть вечно. Можно купить? Погоди, ок. А в смысле купить? Стоимость завершения квеста со звездой. А. Нет, это завершить квест. Окей. Погоди, звездой отмечено там что-то, да? Звезда, это вот это вот сейчас горит, звезда. Ну давай попробуем. Гостиная. Не знаю, ну давай попробуем. Мне кажется, что это и есть вот это вот. Так. Ага, тени. Ваза. Бляха, ее тут нет. Вон она. Теперь в других местах все лежит. Окей. Это что, это дрова? Это дрова. Вот это что? Это ноты? Это ноты. Кошелек. Так, кошелек. А кошелек-то куда убрали? Окей, хорошо. Здесь кошелек. Зонтик. Бляха, зонтик-то. Вон куда его повесили. Туфли. Ага, туфелька. Что это? Бутылка, наверное. Так.
Шляпа здесь. Это что это? Стопка книг, наверное, да? Вот она. Статуэтка. Ага. Кукла, а не статуэтка, наверное, скорее всего. И вот это. Окей. Проще, проще пареной репы. Погнали дальше. Он про ночь говорил, да? Надо пройти ночь. Погоди. Обсерватория будет пройдена. Как только испытание на плане дома зажгутся звезды, последуй за ними и сможешь надеяться на вознаграждение. Найдите звезду. Он что-то говорил про ночь, да? Найдите звезду. Ну, что-то не понимаю. Ну, давай попробуем. Вот здесь вот ночь есть. Возможно, можно здесь найти звезду. Окей. Так, с фонариком, с этим. Зонт, готово. Там, где я лежал. Апельсинка, кошелек, туфелька, ноты. Ноты, как всегда, на месте. Апельсин, так, кошелек здесь. Туфелька, вот она. Сыр. Бляха, сыр-то там маленький, да, такой? Его, наверное, тяжело будет. А, вот он. Радио, хорошо, вишневый сок, отлично. Дрова, где там дрова? Куда дрова-то перенесли? Не на месте, не на месте. Стопка книг вот здесь, статуэтка птицы готова, маска и апельсин. Маску где-то тоже видел, вот она, маска. А, промазал. Апельсин, хорошо. Готово. Так, что мы звезду-то получили, нет? Уровень мастерства. Если в этом доме хоть что-то может тебя остановить. Ты так упорно проходил комнату гостиной, что теперь ты профи. Теперь вы будете получать больше очков свободы и жетонов за успешное прохождение этой комнаты. А также увеличите шанс попадания редких предметов. Прикольно. А в смысле, а почему звезда-то опять здесь? Я не понимаю. А со звездой-то я не понимаю фишку. Так, как только испытание все будет пройдено, на плане дома зажгутся звезды. Последуй за ними и можешь надеяться, что на вознаграждение. Кстати, вот звезда. Вот здесь вот показано. Раз. Она как бы исчезала бы. Здесь вот дорога-то показана, вот она. Зажгутся звезды. Одна звезда, вторая звезда, третья. Давай, вот здесь мы уже попробовали, давай здесь посмотрим. А, прихожая. Главная достопримечательность прихожая. Большая обитая металлом входная дверь, закрытая на 10 замков. Видимо, ее поставил сам кукловод. По правилам, тот, кто найдет все ключи от нее, обретет свободу. Еще поговорит, что в прихожей творится какая-то мистика. Не знаю, давай попробуем. Посмотрим. Ух ты, атмосферно, да? Так, тотем. Я прочитал сначала потеем. Тотем, вишни, карманные часы, печенье. Ух ты, видал? Призраки, что ли? Так, тотем, вишни, печенье. Так, вот это вишни, наверное, да? Тотем? Нет, это не тотем. Вот тотем, наверное, скорее всего, тотем. Карманные часы. Вот они. Сундук, печенье. Сундук. А где печеньки? Печенюшки мне нужны. Мне нужны печенюшки. Вот это печенюшки? Отлично. Отлично. Поздравляем. Вы перешли на новый уровень свободы. Вы получили 2 золотых, 10 к лимиту жизни, 9... А, 9 уровень. Ограбление. Доступность 10 уровня свободы. Хотите больше полезных предметов? Пора учиться взламывать сейф. И кто знает, может однажды... Короче, что-то однажды. Так, ладно. Вот это что? Созвездие искать надо. Так, ладно. Я все равно не понимаю. Идем на кухню тогда. За звездой. Я надеюсь. Так.
Ты думаешь, придешь и заберешь ключ? Не все так просто, Валерий. Сначала придется пройти испытание. Поторопись, время сейчас идет в два раза быстрее. Ух ты! Для прохождения комнаты в режиме тайник вам могут помочь следующие предметы. Тройной лазер и световая вспышка. Окей. Так, скалка. Угу. Метла. Где метла? Блёха, метла где? Вот, так. Крыса. Крысами же было покончено. Вот это что такое? Это кусок мяса? Или что это? Это, наверное, вот это вот, да? Так, бутылка. Бутылка, похоже, из-под молока, но это вишневый сок. Окей, статуэтка или кукла. Где она? Где ты? На вас упала гиря, вы потеряли 14 жизней 30 секунд. Прикольно. Так, медвежонка я нашел, окей. Так, вот это здесь. Хорошо. Так, сотейник. Это сотейник, да, называется? Так, ваза. Угу. Апельсин. Апельсин. Так, это... Кукла. Кукла. Вот она. Вы потянули за люстру и нажали на рамку от картины, так как и было нарисовано. Одна из плиток пола рядом с холодильником отошла в сторону, открыв небольшой тайник. В полу в тайнике лежал ключ. Да ладно! Ключ от входной двери. Да ладно, прикольно. Завершить. А, блин, не прочитал, что он там написал. Мои поздравления, Валерий. Первый ключ у тебя. Ты заработал его, доказав свое рвение к свободе. Отлично. Так, первый замок. Сюжетное. Мы сюжетное задание прошли, кстати. Хорошо. Дневник игрока, кстати, у нас что-то там появилось. Окей. А, бляха. В смысле? А. Так, когда я собрал первый пазл, на нем сразу проявился рисунок с тайником. Выглядело странно. Может быть, это какая-то механическая реакция? А химическая, механическая. При случае спрошу у Джека, он наверняка этим интересовался. Нашел в тайнике ключ, нужно будет открыть первый замок в прихожей. Окей, погнали в прихожую. Так, прихожая. Окей, здесь. А, главное, сопримечается прихожая. Понятно. Угу. Так, прихожая здесь. Теперь у тебя есть первый ключ. Воспользуйся им, чтобы открыть замок. А, вот так, да? Хорошо. Так, открыт замок, хорошо. И здесь надо пройти все равно. Керосиновая лампа. Так, керосиновая лампа, портфель. Готово. Сундук. Не вижу я сундук. Так, вишни. Вишни, вот они, прям на коврике лежат. Туфель. Так, сундук я нашел. Туфель. Туфель, вот он. Все хорошо. Самое время воспользоваться найденным ключом, не так ли? Главное, не потерять его по пути в прихожую. Так, окей, я уже сделал это все. Хорошо. Окей. Так, выполнено. Упражнение в шитье. В смысле? Короче, я что-то еще выполнил. Угу. Так, не для Джека. Ага, сюжетное задание. Так. За звездой, ну, блин, я не понимаю вот это вот за звездой, короче, друзья. Как ее проходить? Вот она, звезда горит. Где надо? Погоди, кухню мы прошли, да? Теперь подвал. Давай попробуем подвал. Если здесь сейчас после этого не появится звезда, то я не знаю, что с этим делать. Так, сотейник. Окей. Или надо ночные как-то проходить. Там что-то, я помню, что-то мне показалось, что про ночь что-то было написано. Так, где сотейник? Крыса. Вот он.
Это не сотейник, это поварёшка, короче. Так, крыса. Крыса, вот она, крыса. Чайник готова. Метла. Метла есть. Это что у нас? Вот это что такое круглое? Это вот это? Бляха, на вас упала пила, вы потеряли 8% жизни. Так, меня порезало. Меня порезало. Непонятно, вот это что такое? Вот это что такое? Корзинка? Нет, не корзинка. Это радио, наверное, скорее всего, да? Да, перчи готово. Так, молоток. Молоток я где-то видел. Погоди, молоток я где-то видел. Вот он, молоток. Отлично. Апельсин, хорошо. Бутылка сока, наверное, вишневого, да? Где он? Вот она, бутылка сока вишневого. Так, тачка. Ага, скалка. Вот это что такое? Вот на что это похоже? Сыр? Или мышеловка? Бляха! Так, два круга. Что-то две круглые херни. Бляха, время вышло. Время вышло, вам понадобится два золотых жетона, чтобы продлить его на 3 секунды. Теперь продолжить испытание. Нет. Вы ничего не нашли, попробуйте еще раз. Давай еще раз. Окей. Давай еще раз. Что-то я там... Пополните здоровье. Ну ладно, у меня есть салат. Хорошо. Перекусим салат. Так, давай, бутылка у нас сока. Окей, сейчас должны пройти. Так. Чайник. Так, окей, чайник. Хорошо, апельсин есть. Дрова тут. Так, вот это что такое? Ладно, пока пропустим. Так, это радио. Помним, да? Это радио, утюг. Где он тут? Где утюг? Вот утюг. Так, молоток. Вот это есть, молоток есть. Перчи, 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 перчи. Смотри, он опять. Мышеловка, ее не трогаем. А, это, наверное, коробок спичек. Окей. Так, мячик, да? Угу. Перчатки. Так, пакет. Перчатки здесь. Метла тут. Вот это что круглое опять? Опять что-то круглое. Так, и машинка. Вот это что такое круглое? Где мне это круглое искать? Что это из себя представляет? Что такое? Это не пила, это... Или это пила? Я хз. Нет, это не пила. Так, а что это такое круглое? Нет. Что такое круглое? Блёха. Что это, мать твою? Что это, мать твою? Это что такое? Какой-то лазер. А, это арбуз! Ни хрена себе! Это арбуз! Да. Так, окей, новые горизонты. Премиум аккаунт расширит вам возможности. Не надо мне премиум аккаунты никакие. Так. Ну, погоди, я вот не понимаю. Что с этой звездой не так? Ладно, хрен с этой звездой. Короче, в комментах напишите, кто знает, друзья, напишите в комментах, что... Как проходить вот эти звезды? Я вроде прошелся по пути, поэтому... И нифига. Так, а мы с вами давай посмотрим, короче, сюжетные задания. Окей. А, доска объявлений мы, кстати, еще... Или нить. Найдите нить в гостиной в режиме тени. Джек забирает... А, заберет ее после завершения задания. А, кажется, я забыл про нитки. А, слушай, ты не мог бы принести их? Кажется, они должны быть у Джима в гостиной. Без Б. Тени, да? Режим тени, короче, надо. Окей. А, ждем режим тени, короче, вишневый сок, окей. А, так, где он? Где он? Где он? Где он? Где он? Где он? Вишневый сок готово. Стопка книг. Бррр.
Ладно, пока нет. Радио, туфелька, перчатки. Радио, туфелька, перчатки. Радио, туфелька, перчатки. Ноты нет. Перчатки готовы. Это стопка книг? Нет, это стопка журналов каких-то. Вот стопка книг. Да здесь возьми. Окей. Радио, кукла, туфелька, статуэтка, птица. Кукла. Да блин, что я все промазываю-то? Скрипка. Скрипка. Скрипка, вот она. Скрипка готова. Нашли. Что там еще? Расческа. Так, туфелька готова. Ну, еще видишь, по-разному вот лежит. Непонятно. Так. Да ладно. Я просто наугад нажал. Я думал, это, ну, не статуя птицы. Радио, расческа, ноты, песочные часы. Ноты готова. Где радио-то? Куда засунули, мать его, радио? Расческа я нашел. Где это радио? Дрова. Блин, нифига столько много здесь. Маска готова. Радио, вот оно. Хорошо. Пустая ваза и песочные часы. Пустая ваза, песочные часы. А вот песочные часы хз. Хз, где найти? Не найти. Песочные часы, песочные часы, песочные часы. О, нашел. Я нашел, я все-таки нашел, я все-таки это сделал. Готово. Так, тени, нужна тень, ночь. А, режим тени надо. Ух, ночную сейчас будет вообще сложно, наверное, ночную. Вот это что такое? Короче, что-то взял. Так, ладно. Расческа, радио, вишневый сок, апельсин. Радио готово. Апельсин, песочные часы готово здесь. Песочные часы. Расческа. Где расческа? Так, сок. Хорошо. Куда расческу-то дели? Куда расческу-то положили, ну? Мышь, туфелька, еще и мышь здесь. Ох ты, боже ты мой. Так, апельсин есть. Как же, мать его, сложно-то все. Как же тут все сложно. Туфелька, зонт еще где-то. Туфелька готова. Окей, зонт здесь. Хорошо. Кошелек, так, ты где-то... Так, мышь, вот она. А, кошелек я где-то видел. Так, погоди. Окей, здесь. Статуэтка птицы, наверное. Вот она опять. А, маска. Маску тоже где-то видел. Где же тут маску-то видел? Вот, скрипка. Скрипку тоже где-то видел. А, дрова. Дрова здесь. А, скрипка. Скрипку я где-то видел. Скрипку. Где же я видел скрипку? Так, расческа. Вот она. Шляпу я тоже где-то видел. Расческу. Так. Стопка книг здесь и скрипка вот. Фу, успел. Хорошо. Теперь у тебя есть собственная звезда. Если ты хочешь еще, то следуй за созвездием. Ты сможешь найти по одной звезде, проходя испытания ночью. Дойдешь до конца, получишь вдвое больше звезд. А чтобы мой урок был более наглядным, я даю тебе всего час на все созвездия. Не успеешь, начнется сначала. Ни хрена себе. Вот это он замутил, а? Всего лишь час, говорит. А, ну вот, да. Короче, надо выбивать ночь. Бляха. О, тени, хорошо. Давай-ка тени. Вот это что такое? А, время восстановления. Окей, так, ваза. Ваза. Стопка книг. Так, стопка книг, кошелек готово. Так, это есть. Сыр тута. Вишневый сок. Туфелька. Кукла. Ага. Ну, тут...
Вот тени, они, в принципе, не сильно сложные такие, да? Так, так, где маска? Куда маску-то запихали-то теперь, ну? Бляха, а куда маску-то дели теперь? Скрипка. Маску теперь куда-то засунули. Так, а маски-то нет. Маску дайте мне. Маску мне быстро. Быстро мне маску отдал. Где она? О, боже. Где маска? Время-то кончается, но... Прикинь, а где маска? Бляха, вот она. Окей. О, и нитки я забрал. Хорошо. Кажется, это было про нитки. А, ну, так, понятно. Мы получили случайный кусочек пазла кухни. Хорошо. Спасибо. Так, теперь вдеваем нитку в иголку и можно начинать. Таинство шитья. Булавку надо найти. Так, окей. Давай попробуем режим... А, это режим тени, да? Так, пока время есть, давай-ка... Бляха, яблоко съесть. Пока время есть, давай-ка мы с тобой... попробуем звезды найти. Так, перчатки. Зонтик. Зонтик, котяка. Окей, портфель. Портфель здесь, и часы готовы. Не сложно. И быстро как-то. Так, не бьюсь. Украсьте свою комнату необычными предметами, увеличишь шанс на нахождение редких и очень редких пазлов. Ловит снов. Да не надо мне ничего покупать. Вот мне сует-то все. Купи. Слова. Ну, блин. Давай мне ночь. Войти в комнату. В смысле? Там, пожрать. Так, шляпа. Маска. Портфель. Готово. Вишни. Здесь. Печеньки тут. Это все быстро, это все легко. Мне нужно... Так, есть в этом доме хоть что-то... Спец, короче, прикинь. Я теперь спец по этой кухне. О, ночь, хорошо. И звезду сейчас мы найдем. Ночь и звезду мы найдем. Аптечка? Нафига мне аптечка? Да в смысле? Зачем мне аптечки-то? У меня же есть это. Погоди, пожрать. Зачем мне вот это-то? Нельзя купить лечебную пилюлю. У меня же яблоки, там всякая херня есть. Где мой инвентарь-то? Где, мать его, инвентарь-то мой? Так, неприятное ощущение. Задача подвал, две ловушки. Понятно. Так, где мой инвентарь? Подарки. Крит. Физический уровень жизни. Вот это инвентарь мой. Нет. Леха, где инвентарь-то? И как так-то? Вот это инвентарь. Тоже нет. А что-то там открыть, смотри, можно. Открыть. Вы должны выполнить все задания механизма на трех циферблатах, чтобы открыть замок. Тотально. Понятно. Так, акции. Ограбление. Ваша репутация. Рекорды. Это вы. Жизни. Бляха, вот инвентарь. Так, инвентарь. Вы не можете использовать предмет яблок. Уровень вашей жизни ниже критического. Вон оно что. Вон оно что. Понятно. Ну давай. Пилюля. У меня одна аптечка малая, да? Хорошо.
А в смысле? Так, все, у меня критическая пропала. Теперь я могу съесть яблоко, наверное, да? Отлично. Давай две. Давай два яблока сожру. На всякий пожарный. Так, окей. В принципе, разобрались с этими. Вот она, звезда. Хорошо. В принципе, разобрались мы с... со звездами. Теперь знаем, как это... как это и где это. Так, перчатки, окей. Тотем. Женская сумочка. Нет. Маска, женская сумочка, сумочка, бумажный пакет. Есть. Керосиновая лампа. Тотем готова. Керосиновая лампа здесь. Шляпа, зонт. Шляпа. Хорошо. Меч висит. А зонта... вот, женская сумочка. А зонта-то нет. Где зонтик-то? А, зонт вишни. Вишни я где-то здесь видел. Окей, хорошо. Карманные часы тоже здесь есть. Татуэтка кошки. Она тут-то. Мяч. Вот он. Зонт и маска. Зонт и маска. Теперь нужно найти зонт и маску. Где они? Где эти маски и зонт? Трость. Бляха. Вот это уже... вот это... о, вот маску я нашел. Теперь зонт. Вот он. Отлично. Хорошо, вторую звезду мы нашли тоже. Вторую звезду мы нашли тоже. Тени. Давай испробуем. Тени. Окей. Так. Ваза. Так, это мышь тут. Поварёшка. Поварёшку пока не вижу. Так, метла. Здесь. Окей. Кукла. Куклу я тоже пока не вижу, короче. Куклу я тоже пока не вижу. Апельсин. Шляпа. Скалка. Скалку вижу. Так, куклу я нашел. Окей. Шляпа, 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 шляпа вижу. Так, часы. Радио. Мишка. Поварёшка. Вот она. Да, возьми ты ее. Готово. Готово. Так. Слова. Плюшевый медведь. Окей, погнали. Плюшевый медведь. Куклу. Да возьми. А, не сотень. Половник. Половник, короче. Это эта штука. Это половник. Да. Вишневый сок. Вишневый сок. Это кетчуп. Это не, это кетчуп, это не вишневый сок, но кетчуп тоже может быть вишневым соком. Метла, песочные часы. Мышь. Мышь я нашел. Метла здесь. Песочные часы тут. Вот вишневый мешок. Радио здесь. Апельсин. И тут. Пустая ваза. Пустая вазонька. Шляпа, статуэтка птица. Хорошо. Так, окей. Окей. Булавку нашел. Такое простое дело, дырку зашить, а столько проблем. Ты не мог бы принести пару булавок? Понятно, булавки мы уже нашли. Ну все, теперь я все ее зашью. Вот и готово. Криво немного, ну да ладно, сойдет. Спасибо за помощь, Валерий. Окей. Мы что-то, короче, выполнили. Так. Ночь. Ночь, хорошо. Здесь. Окей, окорок. Так. Где проклятая мышь?
Где проклятая мышь? Пирог, вон он спрятан. Мышь. Опа, звезда, хорошо. Пустая ваза. Пустая ваза. Пустая вазонька. А, перо. Ноты. Здесь еще и ноты, из перо я нашел. Здесь еще и ноты. Сыр. Так, это масло. О, часы. А часы мне не надо, что ли? Так, окей, этот на месте. Там, где и должен быть. Нота, сыр, кукла. Куклу я опять где-то видел. Ух ты, блин, какая залезла. Падаль. А, так, вишневый сок. Готово. Где у нас шляпа? Шляпу я видел. Куклу я где-то же видел. Вот я говорю, куклу я где-то вот прям видел. Она где-то была. Вот она. А, апельсин. Апельсин, апельсин, апельсин здесь. Песочные часы, да, вот они. А, скалка тут. Статуэтка птицы тоже где-то видел. Тут была статуэтка птицы, вот она. А, сыр и ноты надо. Теперь сыр и ноты. Леха, где вот... Вот это вот, да. Где эти ноты, где этот сыр? Это приклеены. Хрен увидишь. Ладно, используем лазер. Бляха, вот как ты найдешь вот эти вот ноты? Ты видал, как они спрятаны были, да? Так, а сыр? Тоже, наверное, какая-нибудь... Сыр тоже еле видно, пипец. Просто, ты как? Вот как это сделать надо? Как это пройти? Так, окей, есть. У нас 3 звезды. Отлично. Что это? А, выполнено. Что-то выполнено, короче, у нас. Интересно. Интересно, девки пляшут. Так, подвал ночь. Отлично. Как раз мы все звезды, короче, с вами сейчас и... И. Так, печеньки. Что-то как-то... Яблоко есть. Так, окей, давай-ка вот это. Так, сразу ищем звезду. Готово, звезда есть. Перчатки, мяч, арбуз, спички. Перчатки, мяч, готово. Перчатки. Спички, арбуз, молоток. Спички, арбуз, молоток. Спички. Бляха, спички-то маленькие, хрен увидишь. Арбуз. Готово. Лоток. Где-то здесь, наверное, по-любому. Лежит. Нет, не видно. Так, ладно, молоток, перчатки, спички. Так, молоток, вот он. Радио здесь. Спички, утюг, 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 чайник. Так, утюг, хорошо. Мышь, вишневый сок. Мышь, вишневый сок, готово. А где мышь? Перчатки я нашел. А, дрова. Дрова, бумажный пакет тоже здесь есть. Метла я видел, да. А, чайник тоже где-то я здесь видел. Сейчас вот здесь, вот он. А, скалка где-то я тоже ее видел. Вот она. Автомобиль. А, спички и мышь, короче. Вот где эта мышь и где эти спички? Вот мышь я нашел. И теперь где эти спички? А спички я хрен найду, поэтому лазер. Вот. Хорошо. Я смотрю, ты справился, молодец. Чувствуешь это ощущение уверенности в себе? Не забудь его, оно пригодится на твоем пути к свободе. А пока повтори пройденный путь, так ты лучше запомнишь этот урок. Ух ты, смотри, сколько я там всего позабирал-то. Поздравляем, вы собрали звезду воздуха. Вы получили 5 линз и малый амулет весов. Вы объединили предметы и получили звезда воздуха. Пипец. А это что? Серая крыса. Поймать. А это кто?
Поймать. Угу. Эту поймать я не смогу. Так, окей. А, что-то у нас здесь еще выполнено, вот. Наверное, открыть. Да, нет. Подкову взял. Задание за что не справляешься с обстанием, сам подбирай инструменты, с которыми будет легче выполнять задание. Наденьте амулет. Используйте лазер. Наденьте амулет, используйте лазер. Окей. Надеть амулет какой-то надо. Ладно, друзья. В принципе, завершили, да? Мы, в принципе, справились со звездами, вот. И продолжим уже в следующий раз, в следующей серии. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. С вами был Валерий, всем пока.